Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов, знакомиться с их описанием по книге «Великий музей мира» Поль Сезанн. Послеобеденное время в Неаполе, около 1875 года, холст масла, 37/45. Поль Сезанн родился во Франции, в Экс-ан-Провансе, в зажиточной буржуазной семье. Мальчик учился в колледже Бурбон, где познакомился с Эмилем Золя, будущим знаменитым писателем. Затем по настоянию родителей поступил в университет Экса. Вскоре юноша ушел из учебного заведения, чтобы полностью посвятить себя живописи. Сезанн стал посещать местную муниципальную школу рисования. Хотя отец не одобрял страсть сына к искусству, тем не менее не отказывал ему в средствах. В школе Сезанн проучился 2 года, после чего отправился в Париж, где в кафе «Гербуа» познакомился с Камилем Писсаро, Пьером Агюстом Ренуаром, Клод Моне и Альфредом Сисли. По французской столице он посещал Академию Сюиса, вместе с друзьями работал в студии, а также на пленэре. Произведения, созданные на природе, явились основой для нового стиля – импрессионизма. Сезанн, как и его товарищи, участвовал в первой выставке импрессионистов в 1874 году в фотоателье Надара в Париже. Но холодная и даже издевательская реакция публики на его картины, на этой и следующей экспозициях, заставила его порвать с названной группой. Художник пытался представить произведение на парижском салоне, но его попытки оказались безуспешными. Оставив столицу, он переехал в Прованс и вместе с Камилем Писсаро стал работать над новыми полотнами. После смерти отца мастер вернулся в родной город, больше его не покидал. Признание художнику пришло после того, как его картины оказались на Всемирной выставке в Париже. Он стал пользоваться популярностью у молодого поколения. Наследие мастера составляет более 800 картин маслом, не считая акварелей и набросков. Полотно «Послеобеденное время в Неаполе» создано автором на основе его многочисленных эскизов. Художник стремился акцентировать внимание зрителя на том, что для него было главным. С этой целью он деформировал фигуры, создавал композиции с неустойчивым равновесием, использовал насыщенные темные краски, положенные большими массами, что наблюдается в данной работе. Обнаженная пара, изображенная со спины, лежит на постели, в то время как темнокожий слуга подает им напиток. Но такое описание по книге «Великий музей мира» к работе Поля Сезанна «Послеобеденное время в Неаполе», написано около 1875 года. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.